Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S23 FE. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек приложений. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Приложения». Здесь мы нажимаем на три точки в правом верхнем углу, нажимаем «Сбросить настройки» и нажимаем «Сброс». На этом все. Спасибо за просмотр и ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.